Sean told me, if you go to Russia, you're gonna die. Шон вообще предупреждал меня, что если я поеду в Россию, то умру. Ну, так многие думают в Америке, друзья. He meant that in a complimentary way. Но он имел в виду комплимент. А, в смысле, ну ты сдохнешь как-то, да? Дорогой Мити. Чаю не хотите? Чай? We have a different, okay. Мне не первый раз чай наливал, вы чё? Yeah, would you like tea? Yes. Потрясающе, как вы это делаете? Удивительно вкусный чай. It's very nice. Так, может быть, мы чокнемся? Блин, водяру не взял. Ну как не взял? Ну как, не взял, да. Она уже не достать ее. Друзья, у меня есть тост. А что, нечего выпить? Водка. Водка, let's go. Давайте, где же водка? Дело в том, что Микки больше всего... Даниэль, водка. Правильно. Даниэль, водки принеси. Даниэль, передай нам водки и женщин. Икра, балалайка. Конки. Я на самом деле хочу объяснить, Микки, кем мы являемся у нас вот в России, если приводить американскую аналогию. Сейчас я попытаюсь сказать. Микки. Yes. I'd like to explain to you about each guy who's sitting on this table. This is a table, хочется сказать. Но я не буду говорить. Russian Jim Carrey. And this is a Russian Oprah Winfrey. Ань, меня как-то получше. Валдис Пэдж. Russian Валдис Пэдж. And Russian Barbara Walters. Barbara Walters. Barbara Walters. Язерленд. Это мой детский сон. Микки Рурк приходит и называет меня Барбарой. Мы бы хотели, друзья, подарок сделать. Поздравить Микки Рурка с тем, что он приехал. Приехал не просто так, а именно привез свою картину, с которой он приехал к нам в страну. И мы его поздравляем с премьерой, друзья. Фильм «Рестлер». Фильм называется «Рестлер». Да. О! А это мне. Я открою секрет. Это мы взяли на 5 минут у Константина Львовича. Ну ничего, скажем. Да, Константин Львович, мы поставим это обратно, а если будут спрашивать, скажите, вышел на секунду. Ну вот, друзья, по-моему, начался дебош. Мы бы хотели сейчас поблагодарить блистательного актера Микки Рурка за то, что он пришел к нам. Похоже, он уже и сам. Я вообще-то за сигаретами пошел, я не ухожу. Я так не подумал. Так прогуляться хочу. Смотрю, здесь люди. Дай, думаю, покурилка, дай, думаю, покурю здесь. Ну что, давай, может... Вы знаете что, а я, если честно, рад тому, что иногда те запреты, которые существуют в Останкино, нападают. Сейчас Микки закурил. Ой-ой-ой. У нас у русских есть потрясающий обычай. Мы всегда пьем в прямом эфире на Первом канале. Вот у вас там, в Дании, да? В прямом эфире вот пьют водку. Слушайте, ребят, на самом деле у нас сейчас есть уникальная возможность сломать этот стереотип, да, когда они в фильмах говорят «на здоровье». На здоровье. Да, давайте раз и навсегда. На здоровье. Я, говорит, сам налью. Валдис, не перетягивай одеяло на себя. В смысле? Это Микки попросил, я просто передал. Так, хорошо. Тостующий пьет до дна. No, you got it. Don't be a pussy. Давай, не стесняйся. Давайте. Не будь девчонка. А вы мне не передадите пирожек? Вы уверены, что... Вы уверены, что именно это сказал знаменитый кинематограф? Ну, почти. What are we toasting to? We're toasting to... За что пьем? За что пьем? За Шопена? Давайте выпьем за объединение России и США в одно прекрасное государство. Россия. I would not be like that.
Да я бы легко переехал. Просто легко бы переехал сюда. You have to twist my arm to come to this country. Даже руки не надо выкручивать, я добровольно перееду сюда. Ну, собственно, отлично. С новосельем. А поцеловать Светлакова? Ну, я даже не знаю. Окей, let's sing. Ну что, петь давайте? Давайте, петь. Мне нужно. А сейчас мы поговорим. Мик, я сигарет куда? Я. А мне можно? Фую. Мик, я возьму две одну. Я не курю, а в камере. Ребята, пригодится. Первый канал, мы идем в ногу со временем. Для нас кладно. Миги, ну вот сейчас, конечно, хочется поговорить. Ну как вам? У меня еще есть, берите. Вот сложно будет перевести. Вообще, как ситуация, Миги? Как сам-то? Ты сейчас на чем? Миги, сейчас на чем ездишь? What car do I drive? Yeah. На какой машине? Cadillac. На Кадиллаке. А Лада Калина. Русские автомобили какие-нибудь, знаете? Russian. В России есть автомобили, ты не оттуда начал. Audi. Audi, да, это российский автомобиль. Теперь, да. Микки, I'm gonna sing for you, and maybe with you. Let's sing together. You know song Fly Me to the Moon? Fly Me to the Moon, yeah. You know. Yeah, I love it, yeah. Let's go. Here it is. Where's the band? Fly Me to the Moon. А где группа? Группа, я знаю эту песню. А где группа? Не будет группа? No band? Yeah. Музыкантов не будет? You're the band. We are the band. Саш, я здесь все оставлю. Yes, I can hear you. Так, слышу. I take this one. Можно это взять? No. No. Микки, ты можешь взять все, что хочешь. Ну, вот как-то так. Вообще-то я гитару первый раз в руках держу. One, two, three, four. Come on. Дорогие друзья, сегодня в нашем ресторане для вас поет Микки Рур. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. If you are all I love and all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Дамы и господа, сегодня Микки Рур, Project Remains Theater! Микки, we love you! Микки, ты лажаешь, Микки.